Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Спасибо! Привлек внимание Гекберг Демирчи, который предстал перед зрителями в образе эмира, которому он дал жизнь в ежедневном сериале «Емин», который транслировался по 7-каналу. О Гекберге Демирчи, имя которого вписано в список самых востребованных лиц на экранах, долго говорили, когда он решил уйти, в то время как ожидалось, что он женится на своей партнерше Озги Ягас в Йемене. Демирджи, одно из популярных имен последнего периода, сделал себе имя с новым проектом согласно новостям Бирсин Алтунташ, актриса, поклонники которой с большим любопытством ждали ее нового проекта, преподнесла сюрприз и снялась в клипе. Гекберг Демирджи появился перед камерой в клипе на новую песню своего друга Амана Налана, Наланта Кюрег, «Дели Дели». Кемаль Башбук сел в режиссерское кресло клипа. Клип Амана Налана с Гекбергом Демирджи в главной роли выйдет 22 июля. Гекберг Демирджи, поразивший публику своей успешной актерской игрой, которая приобрела большое количество поклонников после роли в сериале «Емин», сделал себе имя себя со своим новым проектом. Гекберг Демирджи принял участие в съемках клипа известной певицы Налан. Клип с участием известного актера Демирджи выйдет 22 июля.